Так, ну вот панель, по большому счету, я ее забрал рабочую. Все стрелки работали, все работали. Единственное, мы поправили топливную стрелку. Ну, немножко поправил я эту, как ее называют-то, давление наддува. Но по большому счету я ее забрал с машины. Она полностью рабочая была. Вот сейчас проверку указателей делаем. Еще раз. Все стрелки четко работают.